Hello guys, it's Stephen French. Today we're gonna do episode 3 of Escape. Escape the Super Kid. I'm like, wind. This is glitchy, as I said. Я еще в парке Люда, а моя Наталка добавляла мне, что я после мертвой, там сидел и там Мама написала, да, котлет, вино, это вот спирт, бабленный, вот, четыре раза. Мы накроем. Он с нами сядет, выпивает там 5 грамм вина и говорит, что я лонжу. Кто это, мама? Жавора, накинулась спать. Ну, а я что, их выгоню, а нет? А вот еще пьют, едят. Фак. Ну, вот они пьют, едят. Ну, вроде... I know it would be glitchy. Please. Glitchy, get out. What else? Потом год последний, пока мы уехали в Америку. Потому что он вечно уходил спать, а я вечно с ними ела и пила. И ты тогда сам еще? Да. 4 вставала? 4 не вставала. Он просто конкретный жаворонок, а я конкретная сова. Я всю жизнь себя учу. И раньше, и читали раньше. А вот какие птички были в вашей области? Были молодые хлопцы, они могли сидеть, пить. Да они сейчас могут. Мы приезжаем брачно. Я вообще удивляюсь. Эй, Игорёк, наши тут некоторые друзья. Они могут выпить, я... Ты заработал 1200 гривен, и сумма вынужденная, 2800, сбежится в ночи. Мне кажется, что я выпью больше, чем... Давай ты рядом, я запрашиваю 5 рядом. А, нет, здоровье. So I'm at level 9 now. This is taking me longer than I thought. The hardest part of this game is the bookstore. I'll find which way. Я... Давай, я... Ну, 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 я... Ну,
Танцевала, пыла, танцевала, пыла, пыла. Боже, надо есть, а уже сколько? После шести? Не, ну, Лиза, и мне почему-то ничего не накрасывается. Ну, там было. Я тоже хотела поесть, скажу, можно я за него наберу? Хто більше відкусить, потім продовжимо цей батон, прилісне, потім кобасу, потім країни, дорогі, красивий карамель. Хорош, молодці. Я вже бачу, що вони пробують старання. Що? Ну, деякі шефи мені1814 is not going to. I'm this. So that's the end of the video now. Bye. Hey, that's the end of the video right now. Also, I'll see you tomorrow.
and we'll see you next.